Давай танка друг, пусть в танке будет. Или в хиле, а на... Да-да-да, микстурка, давай, ты с пекнися вон. Я шпшником помогу. А ты этот, танка друг там. Танка друг здесь? Чё, заходить? Да. Хелисет умеет держать? А чё там его держать-то? Нет, не Хелисета. Двоих, думаешь, будет делать? Почему бы нет? Не знаю, что вы придумали. ДК должен всегда быть на Хелисете, либо Демон Лок. Ну, Демон Лок по опыту. Не знаю, у нас... У нас, это у нас на пул хватает. Чё ты царь паришься? Ну, пускай двоих держит. Танка друг держит двоих, а Лиса держит. Это Хелисет. Там плюсик есть. Треугольнику не дайте массу нихера. Уведите назад его. Нахера вы его фернули, квадрат? Сгребните, ДК. Треугольник фир. Квадрат убит. Треугольницы убились. Все, тебе что, турбо, платишь мне два косаря за то, чтобы осколок упал? Я бы на его месте, я бы тебя в честь. Я не парюсь, я их захочу, куплю просто. А сейчас с этого босса упадет по-любому. Ты то же самое говорил про гнилам. Да нет, с этого стопудово падает. Я смотрел на форуме, шанс дропа света в три раза выше. Так, ШП, 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 мы с вами на кинетике, внимательнее смотрите, пожалуйста. Остальные все у босса играют и хав. Шкаф, Самон, там кадру. Так, я Бест, это вот, Будапешт, вот, кикаю, начислите ему. Ну вот Шансунга в ШП, он больше ДПС даст, и второй Эрдру будет. А он ДЦшник. И ну хотя... Да нет, пускай нормально. ДЦшники полезны, а чё нет? Тем более микстурка... Микстурка там... разгонит ШПшников, пускай спекает. Да, он нас будет очень сильно апать. Танкодру в танке. На пулы в танкодру. Чё, я в ШП? Ханту и Роги напуливаете в Друида, Принца Талдорама сначала. Дайте мне нормального танка, прошу вас. Нормальный танк. И какая разница, ты Крисера танчишь? У него ты хп мало вообще. В команде. Господи, ужас. Работай с ним в команде, что тебе запрещу? Танк-дро, а что у тебя так хп? Да он странный какой-то. Так он в хиле, а танк-дро? Нет. Нет, не хил. Так, ладно, давайте, ребят, рычи на пол. Это не очень плотный. У него просто подожди, камень на подожди, подожди секунду. Давайте это самое. Вот камни на защиту друиду не нужны, они собираются... Я знаю, я зефирит скупляю. Дайте я его доделаю. Тогда мне будете это советами мучить. Ну может тогда микстурка потанчит, а ты в хиле... Да ничего, его ДЦшник на нем посетит. Пока не вайпнулись, не нихуя не знаем, все, блядь. Давай, все, все, все готовы, давай, что там... Еще раз, Арчи, а хорошо. На полы роги, даем на танка друг кружок. Танкодру, сразу, через берсу, сразу не вливайтесь, дайте ему нагреть, он слабый танк. Давай гуляй. ДЦ, Шансунг, сидишь на медведь. Все, давайте. Ты берсерк отдал? Луч вихрь, рейндж взяли. Рейндж. А, блять, я ж забыл нахуй. На ком много стаков и мало хп, не двигаемся. Так, чулан, дашь БР по шарписту. Дико извиняюсь. После первого раза тут. Танкодру, блять, агро. Салю по трубой. Мастер по трубой суса. Да, я дам тебе нахуй всё салю. Чё, у тебя салю не выстрелил? На наршами нахуй. А, да. Ой, я что-то туплю. Значит, этот хожу налево.
Я уже давал. Алдарам убьем все на. Больше на пол. Дальнейшую отправить. ЧП кинет. Чулан ману. Килисета без ауе. Ауе вообще. Арпи заливал, когда рез. Я там гимн нормально. Бля. Отошли все нахуй милики от этого, от килисета. Готовим сейчас Валанар опять. Ой-ой-ой-ой. Валанар ушли. Валанар ушли все бить. Че, я накинул шок на сферу. Вихрь, рейндж взяли, рейндж взяли тут. Блин. Молодцы, раки. Микстурка, стой на. Ребята, следите за своими стаками, пожалуйста. Больше 5 и 6 старайтесь не набирать. Так, если... Друли и БР по чулан. Так, мне кажется, добьем их. Добить-то добьем. Могу их разбежались друг от друга. Даю им. Дал им, молодец. Близко стоять. Сука, гим на топочка нахуй. Ну ничего, нормально бывает. Я в него чарж дал просто. Почему да нет, я по рейнджу, у меня не должно было откинуть. Я тебе чар сдавливаю. Ты молодец. Такое дело. Есть у кого зрение? Друлей, дай получу дану. Физик на МП. У тебя ж не на КД, друг. Кинетика ШП. Турба. Алиса, фул прожимки, все влились в килисе. Ну зачем сферы-то убивать? Похуй. Да все, фул, давай, столько выдержишь. Я в него вижу. Веришь ли ты в него-то? Вряд. Нет, конечно. Я не упадет. Добили килисета быстрее. Турбо, ну я не знаю, если он не упадет, то это просто ЧС. Мастер. Не-не, есть. Я пойду обоссанную палку получу сейчас. Че, погоди, я это видео хочу снять, как ты получаешь. Все, ты есть осколок. С тем рейдом как свой дом было, что ли? Побежали, блядь, получать? Стой, есть осколок? Да, есть. Я не буду пионер. Но мастера все равно в ЧС. Боятель, хорош. Надо, на мейн спек. Ну так роль, господи, шо ты? Я кинул. Все, значит, дай ваш трикс издалека кто-то. А можешь после скинкануть, когда получишь? Ролим. Не может. Я его в сумку положу флотов, и не буду показывать. Флотов не так. А у тебя же камни есть? У меня все есть. Только мне Джованни, жулик, не отдал 10 пыль. А я ему свиток на пыль отдал. Пану ГП, пану ГП 50, он на офспектр. Турбо, ты где? Что, плащ? Да. Турбо. В середине комнаты. Нету. Погоди, стой, тише. Флут убейте, флут убейте. Танкодру, ты на офспек или на мейнс роли? Ну, на F. У него хил, мейн? Ща... Все, значит, за флут. Я сейчас же танком был, значит, на офф. Нахуй тебя эти плечи, отдай ему за 10%. Не, ну подожди, тут не... Ой, это человек 1500, нахуй. У тебя идет как офф с пуха. Как офф с пуха, половина. Да? А, половина. Да.
где он есть? За вторую цифру отдаешь. Ну я отниму 778. Чем идет мейн пух. Так, пану половина за плащик. И этот... Другой сада или лутер? Танкадру за этот, за плечо. Все, пошли. Ну, сколько? Турбо, иди сюда. Где? Че? Он за босс стоит. У меня есть, только она в банке лежит. Да я абсолютно той. Ну, в банке, в смысле, в Долоране там. Алло. Царь, блядь. А, чует, все. Лутера, дай турбойсу. Я даю, все, я забываю, что я рейд. Он сидит в этого босса, смотрит. Все, побежали все нахуй за ним. Толки. Ставь на него метку. Что-то люди. Эротичные трусики зеленые. Нет, пойдем трэш чистить. Че, ну, давай, чё, за короче, мной пойдем, все Долоран пойдет? Пойдем на трэш. Пойдем на трэш. Будем заниматься. Нет, пускай нет, нет, ребята. Идем на трэш, все. Войт, ты тоже на трэш. Твоя тебе камень надо вставить. В Долоран, остальные чистим трэш. Вам боехи сегодня падали? Нет. Водин. Одна падала. А какая? Плечи? Водинка. Мне плечи надо. Амулет падал. Какой амулет? А, говно. Если клип будет, я буду смотреть клип, товарищ. Так что извини. Ну, по-моему, здесь сегодня. Там я не думаю, что там клип кто-то сделан. У кого есть клип? У кого есть рецепт три сердолика растрескавшихся? На РПБ? Да. Есть. Стой, Турбо, ты где? Было ранено уже. Вроде Ронина. Тут сдавать, да? Инкани посох потом. Потом зайдет рейд, посмотришь. И вы все нетерпеливые. Хочется посмотреть. Следующие что осколки пан собирает. Сука, пан нахуй ты на бара зашел, если бы не собирала бы я. Не собирала бы ты. В смысле, а кто? Я бы собирал. Шаманом? Да. Что там в турбо происходит, расскажи. Херня какая-то непонятная. Последнего услуга, еще какой-то квест. Вы гоните, блядь? Я так уже много. Что там написано? А что за квест? Кони, величатлин кони. Подожди. Я ищу его. Не отмени его случайно. Убей Джайна. Ага, мне еще надо 5к голды, чтобы... А, нужно, ты просто нужно тебе АФК стоять и смотреть, как после делается. Дайте мне 5к голды. Стой, сколько у тебя не хватает? Стой, иди сюда. 5к голды, мне не хватает. У тебя 300 голды есть? Нет. Вот у меня чисто. А че тебе здесь что не хватает 5к, нахуй? Да я тебе отвечаю, требуется сумма денег 5000 золотых. Нет, я спрашиваю, сколько тебе надо, нахуй. А, да мне не хватает, 2500 не хватает. Давай я тебе 2500 дам. Под проценты, да. Турбо, я тебе просто... Сбербанк, че? Я тебе просто так, да. Давай, не бери. Ну, я в Долоран, короче, турбо. Не зад, нахуй. Турбо, я могу дать тебе золотых, если надо. Я тут придумал бизнес, даю поездку, 1к на босса. Ну чё? Только он сдается, не знаю где. Чё там пишет, где сдается? Надо почитать. Время пришло, многочисленные усилия последних дней принесут наконец-то свои плоды. Я передал Чураманту Вердриэлю, Ока, как и остальные собранные тобой реагенты. Они улучшат твой посох. Как только ты предоставишь это ему. Однако, зная Вердриэля, это не будет бесплатно. Ну, короче, понятно, за бабки. А вот где квест сдавать.
Там же, где и делал основание посох. Где? А вот, вот Чароман Мендриэль стоит. Где, а, где, тебя... где шли даже? Турбо сделает нахуй дисконсерва, блядь. Я, у меня записывается видео и скрины. И не посоха, и не осколков. Где он стоит, я не вижу его. Я что, на первый канал? А тебя его нету, это только для кастеров его пока. А-а-а. Ну, короче, он, типа, я дух. Получил обоссанную палку. Ну-ка, покажи её. Я чё? Блин, кони. Одень. Ого. Что, ачивку не бил, что ли, нахуй? Ебать, хорош. Опять. Сейчас такой турбо пошел, такой ДПСит, блин. А где разница такой, да? Дал минчик до 5к ДПС. Не, нужно я не удивлюсь. Где Линкольн? Просят люди нахуй. Чё, ачивка была, нет? Нет. Пиздец, бесполезный посох, нахуй. А за шем дают ачивку? Да. За шем дают. Скирус, а, классный сервер. Ты там? Ну, если я бот с критом одеваю, я 278. Шкаф, ставьте двух дурак. Двух людей, Сумон, Турбо и Вальда. Так, ну все, окей, надо. На РДшникам пока нет смысла собирать осколки, если у вас нет оснований. Распределите СС и тактику. Ну, тактика, понятно. Непонятно. А что тут делать надо? Даже что его рубить без шайпер. Так же под боссов становимся, если мы так всегда выбираем. Я бы, конечно, не по такой, но да ладно. Войт, эти сокеты еще нужно сделать? Я всегда твоя. Да. Войт, чё ты там, ты здесь? Нет. Понял, Войт, сокеты она не сделает, но она твоя. Я в смысле сделаю. Она сделает все. Тыкните на портал. У меня еще 50 секунд есть. Войда даже сердолик есть, но у меня нет. Извините, где эти рубин? Войд, все УД, которые на шамане, мои нахуй. Турбо, дай портал в Огре. Я уже в... Зачем портал? Войд, давай потом поставишь, давай босса убьем. СЛК зачистим, потом... Все, ребята, РЧ на присутствии. Я здесь есть. На пул даем на Эвинар, МТ у нас будет... Я становимся фрейм босса на... Зидум. Зидум. Все, все здесь, ближе подошли. Пул бафы есть? Есть, раз РЧ приняли. Нету 300 бафы. Сейчас бафы кидай лично. Еще раз РЧ. Кто танчит сейчас? Вина. Все, отчет дай, пожалуйста. Рано идешь, танкодру. Не рано. Ставим. Все под боссом. Эрдру тоже. Сова, чулан. Пан турбойсу. Спиздил у турбо вкусно. Кенни готов. Войс рейд. Ты чё, турбо дал этот копий нах? Да, да. Я думаю, чё ты укус проймал. Готовимся, Кейн. Мы его про. Мы про. Отвели. Право рейд сместился. Отошли. Ты чё, Робин? Ты офигел? Так, турбо укусишь зиму. Этот пан. Не готовимся.
Виби вышел. Дам на себя антифер по диспелю. Ты там пролагал, пан Калкуса. Пан Вайда. А чё не РДД? Отошли, отошли от боссов к центру, все к центру. Бизик, гимн на ХП, я гимн на ХП. На следующий взлет кидают Шансонг и Джавани. Турбо, бегу к тебе. Вот. Ага. Ребят, в чем проблема? Сейчас спустим БР по Виби. Да? По Друли и Друли Виби. А там СС был? Спак. Да, там СС был. Так, турбо меняешь, зидом кусаешь, пан Джованни укусит, воит, надо. Таря, нуньте, пожалуйста, тени, потому что у меня что-то отображает ДБН как-то по-кривому. Я чулана. Тени. Тени готов. Эл-Рей. Покусать надо, да? Так, Войд Клыкача, я укушу. Так, укусишь Бизи. Так, 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 Зидум. Чулан. Чулан, муви. На ком центр там? Ушли. Дум кого? Укусь. Ауру отдайте. Дум микстурка вроде. Все прожимки и последние пристеги на ХП приготовьтесь. Пошли нахуй от хилов все. Гимны. Читайте гимны. Друиды спокойствие сдали. Чулан. Ты сможешь сейчас вспомнить, кого пан кусает? Я не услышал. Кого укусишь, того укусишь. Главное, не все. Кусай уже, Люб. Пора учиться без команды кусать. Меня укусили. Веру, да. Веру, не? Веру, да. Отошлись и сдвинулись. Угу. Кусал, я учил. Веру уже была. Декс. Улипала. Минус 50 крова. Я не знаю, я не успел. Все, ложитесь. Падайте. Смажет. Да он не 8 поставил, за чай. Что-то за чай не поставил. У меня уже все уже. Ну вон. Я ноль два. Вот будет то, что турбо после этого в рейды ходить не будет. А не. Не, 0-4. 0-4. Он СПД дает, да? Всем дает, господа. Грид показывает дебаф. Хилбот показывает дебафа. Ну, есть он настроить раз. Ну, потому что думаешь. Я все по памяти делаю. Не, стой. Вообще я не планирую уже рейлить дальше. Задолбали, нафиг он мне нужен. В смысле, не планируешь, ты обалдел? Можете сумму. Да зачем? Мне вот и так я через себя переступил. Я не хочу опять на скорую ехать. По поводу теней, экран начинает пульсировать, он фиолетовый. Да ясное дело, ну блин, видишь, паладин, он босс, тень, ваншот, нормально так. Ну че, чувак знает. Ладно, все нормально, просто минус 50 кровов. Поманите, а? Ты главное, не переживай. Все хорошо. Давай, сделай мне три камня.
Тумонти, кто там, Морфис остался. Рыба оставь. Была рыба. Холи полна, нужные шмотки мне на спися кровь. Ну, не нужны. На одну шмотку, не на все. А тут никому ничего не надо, на холи пала, прикинь, мастер. Не, почему, почему? Тут токен, шея падает, плащ. Типа свали, что, кому-то надо будет эти латы, да? Токен. Токен будет надо, наверное. Отсюда, а не свалики на. Токен не шмотка. Ну тогда ГП за. Так какая разница? Давать. Это шмотка, которую вы ролите, все равно получает минус 50 крона. СС вешать, нет. Вот сколько РПБ? 100% сколько? Или 3 крона? Локи, по себе СС раздайте и все, и не заморачивайтесь. Так, давайте, короче, этот рэпку хаваем. Перчем на пол. Что, тебе не перекат меткости? Не докав, все, клыкач еще не хватает. Клыкач, Шреддер. Алиса где? Каску дайте по клыкачу. Каска есть. Плюс поставь, если каску дали. Есть. Еще раз РЧ на пол. Дай отчет, пожалуйста. Давай отчет, и на 2 секундах начинаем бежать. Поехали. Пан также турбо кусал. Тени 5 секунд, готовим. Муви про. Если не умеете убегать, сразу кош прожимаешь. Кош держите на тени, либо в службе. Особым случаем, если не можете убежать. И там убегать под спринтом. Так, тени готовим. Кудрал. Так, пан Вайда, турбо Зидуму. Тени приготовили. Дролем вышел. Дролем. Не через лужу. Антифер я псей. Сандры побежали. Не забывайте, вам надо также на взлетке делать рейн, как турбо и вы. Шансунг и я гимны сейчас отдаю. Шансунг. Сандры к вилам освободили. Огонь за... Чья последняя лужа была, интересно? Без понятия, нет. Только что чуть долго не заберется. Так, лужа готовит. Так, Зидум, меня. Турбо, Элрея кусаешь, Пан кусаешь, Муви Про. И кто там у нас остался? А, его Чуланал. Готовимся теперь. Сажу налево.
Шулан ману. ПД заливал тебе уже. А, дроллинг ману. Так, Зидум, Бизика, я, Шредера, Войт, Желанимус. Так, Чулан, Чулан, Чулан. Так, Гим, Бизик дал и этот, как его там, Леночка. Шарпи тоже Гим. Кого не назвал, кусайте кого. Можешь хилов даже. Так, добьем. Блин. Отведи, отведи, отведи в бок. В бок. Уже не встаньте, ДДшники, пожалуйста. Первый. Да ебать, ну. Бизик выбежал. Гимна ману, Шансун. Да ебать. Фир, дайте раз. Больше в босса. Долейте хап. Не, надо дом скачать, это не вариант, так по памяти. Пижи, встаньте, клыкать! Сум, все подошли. Готовимся. Клыкачу. Спасибо, что прохилили танка, хилы. Бейте босса. Убивайте. Бабл нажимайте и таун. Все, убили. Убиваем, убиваем, быстрее, быстрее. Больше ДПС. Да. Кто эти лужи, сука, разливает, нахуй? Ну вот, последний на этом был. Как он его называл? Ой, я слышал. Клыкач, на клыкаче было лужа. Последний клыкач. То лужу, блядь, то, сука, с пактом не сбегают. Ну, с пактом вообще все как хотели, так и стали. Я ошибся на этом раге, мы никогда нахуй профа не убьем, блядь. Блин, это НС какая-то сука рейд падает. Джованни, извини, мне тяжело, я просто фреймы выставляю, скрин. Мне тяжело по памяти все запомнить на ком и чё. Меня сегодня обстоятельства заставили вам рейли. А так бы я войду в эту обязанность, ну пусть продолжает. Ресните? НС-ку ролим, нужна кому нет, бесполезно да, говно это. Не надо, да, но всё, я на распыл вас. Ареснуть? Танка. Воин-охотник, шаман, ролим. Так, пан соточка, пан сот. Пан ХЦ. Никакой пан тише. Да, где у меня ровно? Так. А пан выше, да. Ну, пан ГЦ, да. Я помню, он выше Вайда стоял. Ой, да тебе нахуя? Да, ну про товары мне там. На это деть? А нахуй на про товары вообще? А, штаны? Так, у вас этот Владимир же чернокнижник, короче. Фул ГП. Ролик ему надо, там холипало надо было. По одной токены на рыло. Декстера, давай. Колок, панну, отдай лутера. Я его вижу, я сейчас ему так передам. Все, пошли на лед. А мы Синдру не будем травить? Если Синдра против после профа травится? Я не знаю, я войду рейл отдам после этих, после вальки. Идите куда хотите, идите куда хотите. Я не хочу вести. У меня ни аддонов, ничего нет. Думал, Войт там задерживается. А он, короче, проспал. Я пришел с работы и уснул. Я думал, ща хотя бы собирать. А я пришла в 6 вечера и не уснула. Ты можешь не орать, пожалуйста, молодец, так сильно? Не могу. Скрутите ей звук. Сами себе называете правой клавишей. Я ее и так на 10% поставил, и все равно уши просто. Когда она начинает. А, вот это. Что же говорили вы? Я люблю поорать. В постели будешь орать, нахуй. Сейчас не ори. Да, если я в постели сейчас. Что мне сделать? И вообще, я этого лича не рейлил с 14 года. Что у меня взятки рвали.
идите в жопу, кому что не нравится. Ты видео видел 14-го года или чё? Твое нет. Там знаменитых видео есть, там где-то вверху. А чё ты только 2014-го? Я видел видео, где ты там фармглы был. Я тоже видел. И глыбы, а эти бомбы на синтезе. Много еще чего не видел. Я не помню, то ли я в 12-м годе убил нах, то ли в 11-м. Я в 14-м, да, первый раз убил. А вот я в 18-м, завидую тебя. А Геров какого-то? Так, паладин, Декстер, ты умеешь хилить Валю? Порталом? Сука, Аршаны, блядь, скучнее, чем холипалы, это пиздец. Декстер, паладин, холик. О, господи. Я с тобой по хилю не переживаю. Да чё со мной? Ты хочешь, чтобы я в холипресте тогда прыгал туда? Я не с тобой, я с холипалом говорю. Декстер говорит. Ну сразу вы шаман, тобой, вы шаман. Ты хуёвый хил, блядь. Я согласен. ШП намного лучше. А человек ты вообще замечательный. Не даёт только гимна ману, когда я... Милики, крест, бейте, милики, крест. Чё уже убили, нормально, чё? Короче, тогда ты этот, мастер, с паладином побегаешь в порталы. Там, наверное, больше 30 луч не набираете, иначе ваншоты, блядь. 25 и по одному потом соберем. Ну как 25? 22 лучше. Но мы его должны захилить, если мы соберем. 20 стаков, нахуй, за два портала. Кому ну, поешь? Крик. Тебе или Палу? Или сам там даже. Нет. Лучше Палу давай. Надо Ой. Роги, знаете такой скилл дизарм? Вот он дается на этих мобов. Долой оружие по-русски, желтенькое такое, там щит и меч такой, крест-накрест. А что? Вары могут давать. Вары и разоружение. Вары, ханты и роги умеют давать дизайн. ШП. У ханта не знаю, называется. Выстрел химеры через выстрел... Ой, блядь, укус скорпиона. Не скорпиона, как он называется, правильно? Да, вроде скорпиона. Там какой-то пет, да, нужен? Нет, не пет. Просто есть там яд на гадюку, на скорпиона и на кузьми. Гадюка... Да, где-то рэш, капитана заберите. Капитанов под вальку. Копье. Танки, пожалуйста. Соберите. Я теперь. Поняла. Если что, спасибо за... ...давать обезоруживание. Я, блядь, говорю, этот друид странный какой-то, типа, босс, но мне, блядь, он стоит дрочится тут, никого не забирает, в итоге он таунтит его с меня, и я такая, ну ладно. Ты же ОТ. У него мало хп, и тебе важен размер, да? Просто так и признайся. Мне просто не нравится, как он танчит. Алис, ты же ОТ. Ну, наоборот, вообще... должна была быть рада. Войт у нас постоянно сейчас на друиде, то на ДК. Вот, и друид будет танчить, как ОТшник, а тебя в бляд отспит.
Я хочу быть ОТ-шкой, но как у нас станет этот друид, я МТ сейчас. Потому что я ему не доверяю. Так, первый, третий слева, второй, четвертый справа, фулл рибов парит. Все так называется, дом ЕПГП, нахуй. По-моему, ЕПГП. Это как, блядь, как называется главный персонаж фильма? Подожди, ну мать, братан! Все, спасибо. Рыбку кушай. Касочку по ДК. Так что у вас, это ласт или будете дальше травить просто? Подожди. Не, я на ласт, я спать. Каску ПДК, каску ПДК, каску ПДК дайте. Я бы даже Синдру потравил. Турбо, на Дакстера кинь. Ну-ка. Мне кажется, Синдру... Задум. А вы пропа закрыли? Нет. Ой, то выспался типа, да? Ой, это пошли спать вместе. Вот завтра я потраю. МП5 по престам дайте. Танкодро, ближе не иди, пожалуйста. Холипал, МП5 по престам. Пожалуйста, ребафни. Или у тебя еще минус 50 кролу будет на этот босса. Ну, давай, думаю, ему метку поставь, он просит, слышишь? Не задумай метку. Ты думаешь сейчас. Я поставил. Звезда, на тебе думаю. Замечательно. Дай отчет сейчас, на полу. Повис. Шаман и Дек, кто повис? Все нормально. Метку поставь, брат. Ага. Так вы квадрат ставите, он на Винар прыгает, аля. Так, Войд. Войд, душка. Шарфисту, я звезду поставил. Все сделал уже, все. Вы задолбали, все, дай отчет, пожалуйста. Звезда на локе. Вперед, господа. И дамы, конечно. И дама. И дама. Дама она такая. Пиковая дама. Кровавая Мэрин. Пожалуйста, танки забирайте с меня. Типа лол, у меня цель выбранной цели не стоит. Что за бред, я только... АУЕ поджирник дай. Мысли стоит. А почему я не вижу цель выбранной? Что это за бред? Типа я не знаком с клумбом, но люблю клумбы, да? Ну это кто? Капитан же воробей. Понятно, да. Какой дурачок дал 8% каски? Порталы, идем, хилы. В левую сторону полетели. Куда полетел Дакстер? Вместе летим. Да ты летай, главное, ты собирай. Подавите лебедя, пожалуйста. Так Дакстеру легче летать, он был. Ауру коня поставь. АУЕ поджирных сразу. Турбо Синдра или Фрох? Порталы готовы. Синдра, там клык падает. Портал уж. Мне больше нравится. Хочется Синдру, а так нужен проф. Проф для чего? А нахуя цифра? Ну, для того, чтобы они много ничему не учили. Я вообще не хочу. Пока не убьете профа, вы Синдру нахуй не убьете, скажу вам. Не-не, Синдру можно быстрее профа убить. Я видел нахуй по обычке, блядь. Синдра легче профа, господа, держи. Всё, хрен. Декстер, когда выходишь с портала в частицу, обновляй на валитре. Вроде обновляется. Она не пропадает, если... Да, через раз там пропадает, вот хер.
Чё там у вас по стакам? 19. Нормально. Ты уже ПС куки? Я уже третий раз кидаю, если чё. Попробуем последний портал. Думаешь, за хил? Давай. Не, рановато. Лучше в еще в одни зайди, 66%. Наверняка что было. Я чуть, сука, не сдох. Ну ты просто один стак слови и все. Типа. Короче, как будешь уверен, что захилишь даже. Один в начале, один перед выходом. Я знаю. Царь, дай на ману. Там у друида ману уже. Ну сейчас ты уже выйдете, уже точно захилите. Давай, короче, так, сейчас, ребят, поем нам кресты, готовы будь подавить ли, слейте быстро. Блин, зачем это тут вообще нужно? В череп сыграйте быстро. Так, гимн даю. Когда скажу, Шарпи дашь гимн на хп. Шарпи, давай гимн на хп, в таргет валю берет. Так. Бизи гимн на хп дал. Таргет. Джованни гимн на хп даешь. Джованни гимн на хп. Джованни гимн на хп. Захилили, да? Да. Все, захилили. О, наконец-то какой-то меня хулипал перехилил. О, нихуя. Колок есть. Шея даже есть. Вообще лут офигенный, кстати. Дерьмо лут. Чё тебе Алиса с хэма на танк? О, ебать. Клык. Кольцо, клык. Второе колечко. Я что-то автоканул с этим. Шарпи. Ой, Шарпи, Шансунг, ты вообще по этому плащу убиваешь? Ну да. На найс план. Ну там приоритеты, правда. Выше, чем... Да, а погоди, а Зойл. Че убивался? Я просто туда проорал, что его задиспелили. Ой, это за энчант. За пролили, короче. Зойл, плащ забираешь? Я бы тебе ответил. Зойл, фу ты, Зидум, ё-моё, что я несу? Не, не буду, башка. Я передумал, мне не хочу. Шансунг, а ты? Ладно, забери у них нахуй, плащ, блядь. Забирай. Забираешь? Ах ты, говню. Блин. Ну шо, жопа, всё. Звони в скорую, вызывай ментов. Шансунг-то откупил, он не хочет. Эх. Сейчас посмотрим. Ролим. Давайте уже завтра. Да, ну, написали. Сары тоже науч. Тогда завтра и будет. Лианочка пук заролила. А давайте. Лианочка. О, ну да, не зря ходить. А нет, может, ради... Так, погори. Кто хочет, может вступать к нам в гильдию. А можно мне? Ну можно в гильдию? Нет. Че, все расход? Почему вам не нужен такой шикарный танк, как я? Нет, нам не носит микстурич. А он вам зачем? Он анахолик ебаный. Кости вокруг него летают. Войду за пол ГП. ДПшку уже начислили или нет? Еще нет, вроде бы. Киньте фейлу, пати. А чё, дальше продолжать не будем? Завтра до пронос. Кто сейчас... хочет DPS наших, не ливайте с вами. Сейчас я посчитаю, сколько ИП, и ещё там дам, кто ролил царь, и там... В смысле, вернись порталу. Сколько за босса тут даётся вообще? Получается? Два раза больше, чем в обычке. Нет, я даже не знаю, сколько в обычке. 400 за босса или 300, сколько? За разных боссов по-разному.
Дискорд зайди, посмотри. Читаю, 25 гер, два раза больше, чем все. Там есть на обычку таблицы. Похвалить за то, что пришли. О, господа, отдельно. Ясно. И кстати, без этих... А, нет, вайп был на этой, на лане у нас один. Но это пух вайпнул, так что это ничто. А второй вайп был почти нахуй из-за наших. Ну, блин, там, во-первых, с пактом не избежать. Во-вторых, я не распределил, не покусали. Ну, надо аддон не качать, потому что надо по памяти распределять это тяжело. Да нет, Рейл должен это все обозначить. Войт, не выходи. Нахер он тогда вообще, ну... Приди там к банку ордынскому в Долоране, я тебя... Ага. Значит, получают... Так, чулан рыбу ставил 100 ИП. Мастер с царем по 500. Не, мне давай 300. Отсосил тогда 300. Правильно говорит мастер, тебе на какого писа? На вара. Ага. Ты на него будешь заходить? Ты это, сейчас я зайди. Тебя зайти надо? Я на шамана уже кинул. Да, ты зайди, чтобы я тебя не искал в списке. Можешь зайти? Замена, кто мне, скажите, кто был? Зойл, в замене танкадру был, он получил фулл ЕП, это понял. Да, Зойл на замене сидел. И Зойл на замене сидел. Зойл в пати. Зойл в пати уже. Ляночки гильдии, кто-то киньте. Кто имеет против чего-то, чтобы Ляночка в гильдии вступала? Да никто ничего против не имеет. Хочет, пускай вступает. Я тактики знаю, только... если даже не умеет нормально ДПС, спроси его. У меня нормальный ДПС. Я а мой ДПС сегодня не смотри. Я, когда я рейлю, я не ДПС. А это был последний раз, я думаю, когда я рейлю. Угу. Я-то когда ДЦшил говорил, ага. А зачем же его? Нет, серьезно, я не хочу, мне это. И так я тоже говорил. Нет, я сегодня я собрал, потому что не было вайда, и ну а как люди без, без РТ останутся? Вот состав это, был вроде вот бы. Ой. Или кто там ЕП закидывал? Почему Зоилу на 500 больше не просыпай, а то я тебе под дверь насру. Ну а у тебя как ник? Танкадру. Я тоже типа на замене был. Вот ты чат читай, зеленый чат. А, спасибо. Я просто провернул вверх, не читал последнее. После Зойла. Сидели до конца, хорошо, молодцы. Я там гружусь, нахуй. Я тебе так уже накинул. И ЕП, и доп ЕП. А, блин, а у меня камня-то нету, и тут некому мне шкаф ставить. Яночка, да вам эти долларан-то сумму не можете сумму? Войт, 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 а почему там? Танкадру ты пятихатку начислил еще. Бегайте. Ну на замене что они были, они же сказали. Так он танчил, алло, здравствуй, он получил фулл ЕП. Сталь, подойди, ты к ним. Зойл тоже получил фулл ЕП. А, это Зойл, Зойл, подойди ты к ним на шкаф. Где вы? А. Да вот, вот здесь тебя стою рядом. Ну, они получили по фулл ЕП. Ну, походу дела здесь. За что там им на за замену? Его, да. А то я хаваю просто. Приятного аппетита. А если типа ФК сидишь в рейде, ничего не делаешь на замене, то фулл ЕП дают? Ну, они АФК, зашли если, и словили КД. Если в то время, когда тебя зовут в рейд, и ты АФК не отвечаешь, нахуй, тебя кикают с рейда, и ты получаешь еще и ГП. А когда тебя берут в рейд, вот как и взяли, и они идут бить боссов, и остаются до расхода рейда, тогда получают фулл ЕП. Понял. Ну, понятно, он фулл, а зашел, он еще 500 получил-то. За то, что сидели нахуй и приняли КД. Да, за то, что ждали. А, ну окей. Надо турбо внести в список великих людей. Гильдии с посохом. Турбо, скажи, как у тебя ДПС вообще? Замечаешь? Да нет, конечно. Я ж говорил, беспонтовый посох.
24 с 50, да? Мы посмотрим, вернется ли Шейфер до того момента, когда пан соберет все осколки. Мне кажется, он сгорел после двух токенов на ПО. А, ну окей, пускай не возвращается. Вот он, я шел с Шейфером, он вышел, шел в гильдии? Я бы только рад был. Я не знаю, где нахуй. Я вообще проебал момент, когда он что-то обиделся там, или чё на. Это была Магик и Грулгер. Что тогда из трех печенек, две печеньки пуги забрали. Всем спасибо, всем удачи. Давай. Типа то, что... А кто после микстурки делал?